Более 4000 обращений. С прямой линии, которую в июне этого года провел губернатор Волгоградской области, находится сейчас в стадии исполнения профильными ведомствами. Такая информация прозвучала в ходе совещания, которое Сергей Баженов провел с руководством областного правительства. Напомним, что в ходе недельной подготовки и непосредственно за 2 часа прямого телевизионного общения с жителями глава Волгоградской области получил порядка 30 тысяч звонков и электронных писем. Несколько дней потребовалось на то, чтобы все их обработать и распределить по ведомствам. Сейчас обращения граждан сгруппированы по основным темам, часть вопросов направлена в муниципалитет, но по каждому направлению есть исполнитель. Сергей Баженов напомнил, что все просьбы и жалобы людей оформлены личным контрольным поручением губернатора, спрос будет особый и ответственность за результат персональная. Все обращения, поступившие на прямую линию, максимально досконально изучить, поставить на контроль и, соответственно, решать все те обращения, которые были. Я сегодня хотел бы узнать, сколько находится в стадии решения и какие вопросы мы решим в самое ближайшее время. Председателю правительства, Олег Владимирович, вам лично держать на контроле все обращения до их полного исполнения. Как доложил главе региона председатель правительства Олег Кирсанов, наибольшее количество вопросов коснулись деятельности 4 министерств – здравоохранения, соцзащиты, дорог и транспорта, строительства и ЖКХ. В служебных документах на каждом обращении, поступившем с прямой линии, делаются соответствующие пометки «рассмотреть в приоритетном порядке и в кратчайший срок».